Друзья, всем привет! Знаете ли вы, как правильно чистить гранат так, чтобы брызги не разлетались по всей кухне? Я знаю и сегодня вам покажу. У нас получится вот такой гранат, зернышко к зернышку, все чисто и аккуратно. Смотрите в видео, как это правильно делать. Берем вкусный спелый гранат, хорошенько его моем и кладем на разделочную доску. И теперь маленьким ножом делаем вот такой вот надрез, снимаем шапочку граната. Это делается очень легко. Теперь тем же маленьким ножом делаем надрезы вдоль перепонок граната. Я это делаю на видео, здесь тоже все очень просто. У вас должно получиться примерно 5 или 6 надрезов. Переворачиваем гранат и раскрываем его как цветочек, как будто бы это лепестки. Делаем это аккуратно, стараемся не забрызгать себя и кухню, потому что если гранат спелый, сок будет лететь во все стороны. И аккуратно вынимаем белую серединку, она нам не нужна. Теперь нам понадобится глубокое блюдо с водой. Окунаем туда гранат и в воде аккуратно достаем зернышки. Точнее, отделяем зернышки от перепонок. В принципе, это не обязательно делать в воде, но если вы будете делать это просто на тарелке, то сок с граната будет лететь во все стороны. А глубокое блюдо с водой позволяет сохранять кухню чистой, ну и одежду тоже. И еще у этого способа есть один приятный бонус. Весь мусор и плохие зернышки поднимаются наверх, а хорошие зерна остаются внизу. Нам не нужно вручную их отбирать. Весь лишний мусор можно вот так вот легко собрать обычной шумовкой. Очень-очень быстро. Посмотрите, какие красивые, спелые, ровненькие зерна граната и ни одного гнилого, и ни одного кусочка мусора. Вот такой простой и очень легкий способ, и чистая кухня. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.